Туристов примут фермеры. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство. По замыслу, крестьянским хозяйствам могут разрешить временно размещать гостей в рамках сельского туризма. Его сейчас развивают. Гостям зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельхозназначения. Это небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению туристов. Теперь такое ограничение снимается, пишет «Парламентская газета». Таким образом, владельцы крестьянских и фермерских хозяйств могут активнее привлекать к сотрудничеству и бизнес, и граждан. Тем более, что такой запрос есть. Есть очень много запросов именно на гостиничный туризм. Есть люди спрашивают, была бы гостиница, был бы какой-то комплекс туристический, ну, чтобы остановиться, побыть в выходные дни, там, побыть на неделе. И именно запросов там не один, не два, их, ну, скажем так, в месяц по 10 бывает. То есть эта тема интересна.